Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем наше путешествие и исследование в игре No Man's Sky. Сегодня попробуем продвинуться дальше по сюжету. Вот, не на записи, значит, я установил на наш грузовой корабль вот этот модуль луч материи. И теперь мы можем прямо отсюда лазить в нашем грузовом корабле, а также во всех контейнерах. Красота. Так, у нас входящее сообщение, что ли? Сущность странник, я с сожалением вынужден сообщить о серьезной проблеме. Наш флот сильно поврежден. Я начинаю расследование и нуждаюсь в новых приказах. Должен ли я приказать поврежденному кораблю продолжить задание? Так, это наши экспедиции. Походу, какой-то корабль. Так. Корабль получил критические повреждения. Команда не может произвести ремонт. Отозвать фрегат. Возвращается в состав флота. Ну все. Один флот отозвали. Так, и Аполлон нам дал координаты вот на эту подозрительную станцию Корваксов. Погнали. Вот, не на запись. Значит, я тут прикупил чуток третье. Чуток дегидрогенного геля. Переработал в дегидроген. Вот, для того, чтобы делать топливо для фрегатов. И я думаю, стоит попробовать. Так, у нас опять примерное расположение. Стоит попробовать вот эти всякие окислители там. Так, не вот это случайно? Что-то здесь два сарая всего и все. Просто так неохота вот по этим визорам все это дело искать. День здесь за бугром. О, какая пещера, камень знаний, чудесные залежи чего-то. Вон, наверное. Да. Проникните в тайную постройку Корваксов. Здесь у нас холодно, да? Сначала обшарим все. И сохраним. Лагерь Инбур. Так, горилла, ты кто? Я тебя знаю. Ага, я вас понял. Стражи сейчас поналетят, а мы вот что сделаем. Так, у нас шестой боевой этот.
Плазменное копье попробуем использовать. Чпоньк. Ну, как удивительно, стражей нету. Обычно сразу прилетают. Так, все, сломанали. А, вот они, блин. Оружие разряжено. Так, а зарядить его? Плазменное копье. Как заряжается у нас? Углерод или сжатый углерод? Понял. Че, и того 17, и того 17 надо, что ли? Я вас понял. Стражи деактивированы. Какая прелесть. Так, наниты. И все, что ли? Только наниты. Атлас Пас 2. Да, только наниты. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Хром-металл есть у меня. И чистый феррит тоже есть. А, вот еще что-то. И натрий есть. ЗКТ. КЗКТ. В терминале есть модуль улучшения для моего экзокостюма. Все же мне удается найти кое-какую информацию для Аполлона. Судя по всему, корваксы покинули это место много дней назад. Очевидно, их перевели на какое-то другое, более важное задание. Что-то их беспокоит. Похоже, это не просто фабрика. Для жившего здесь корвакса это место было настоящим домом. Похоже, он пытался понять, сможет ли существовать автономно от единства. Так, один из внутренних сенсоров зарегистрировал движение внутри здания. На записи вентиляционные отверстия у меня под ногами. Здесь есть что-то помимо меня. Я направляю свет. Это небольшое покрытое шерстью создание, трясущееся от страха. Оно жалобно кричит. Похоже, это животное жило здесь на протяжении какого-то времени. В углу я вижу некое подобие гнезда со следами еды в миске, а вокруг разбросаны какие-то игрушки. Видимо, это животное было спутником Корвакса. Сканеры сообщают, что существо страдает от тяжелой болезни. Оно в любом случае скоро умрет. Так, накормить животное. Но у меня углерода нету. Поэтому у нас два варианта. Или умертвить, или ничего не делать. Оно в любом случае скоро умрет. Глядя в печальные глаза существа, я поднимаю свой мультитул и делаю один выстрел. Животное перестало дрожать, его страдания окончены. Я ухожу. Наниты. Так, там сообщают, флот прибыл куда-то. Так, и стражи, смотрите, опять продолжают поиск. Ну, пусть ищут. Я здесь посижу пока. Надеюсь, они меня не увидят. Может, нужно было ничего не делать? Они умертвляют животное. Ну, углерода... Покормить я его в любом случае не мог. Я углеродом зарядил этот плазменное копье свое. Или пламенное. Обычный плазмомет пока поставим. О, стражи деактивированы, красота. Ой, тут буря огненная, да? Так, где мой корабль? Ну, правильно, когда я долетел до корабля.
буря закончилась. Сообщите Аполлону о заброшенной станции, возвращайтесь в космос и свяжитесь с ним. Добро. Опа. А, я думал монолит. Но нет. Не монолит. Так. Ты молодец, атака на фабрику прошла как по маслу. Удалось добыть полезные данные? Так, нет, спросить, что будет дальше. Когда начали появляться стражи, я записал бесчисленное множество сигналов. Под поверхностью планеты я зафиксировал несколько вспышек энергии, которая начала перемещаться между монолитами. Похоже, мы на верном пути. Изучи эти сооружения. Они как-то связаны, я точно знаю. Я настрою твой сканер на энергетические сигналы стражей. Скоро мы поймаем свою добычу. Удачи. Поговорим, когда разберешься с этим. Так, ну и что же? Расскажите надо о плане Аполлона. Вызовите аномалию. Так, события начинают развиваться более стремительно, да? Вот у меня боевых фрегатов мало. Это научный. Так, а это какой? Так, осмотреть фрегат. Это специалист по поддержке. 4 тонны топлива, это много. Мне такой фрегат не нужен. Так, что у нас там еще есть? Наверное, боевой. О-о-о! 8 тонн эска. 31 экспедиция. Он еще будет прокачиваться. 7 лямов. Но для эски что-то маловато у него боевой этой, блин. Но 8 тонн, в принципе, я возьму. Я возьму. Так. Что тут у нас еще есть? Это мой корабль. Это научный. Это поддержка у нас, да? Блин, как по этому компасу ориентироваться, а? Кто мне подскажет? Оп, и убежала. Короче, вызываем аномалию. Частота флота. Кто где? А, это научный, наверное, корабль. Это научный корабль. И вон тот грузовик продается. Ну, такой грузовик я... Точнее, такой формы я вроде как продал. Так что... Не особо-то и... Хочется, да? Давайте к нашему кораблю подлетим поближе. Не хочу я вызывать аномалию черти где.
Давайте вот здесь ее вызовем. Опоздали с враждебным сканированием своим. Так. Ну-ка, к Джигурде сначала заглянем. Может, что по нанитам подкинет. Я что-то вроде на планетах там сканировал. И минералы, и растений. Пару животных, по-моему, даже отсканировал. Да-да-да, бороздим просторы Большого театра. Ну, в этот раз хоть 60 нанитов дал. Так, ходячий мозг. Может, Вортекс куб ему как-нибудь привезти? Полтинничек. Нормально в любом случае. Лучше, чем ничего. Так, Пола и надо. Мы 100 лет уже здесь с ними не разговаривали. У тебя есть новые знания, странник? Знакома ли тебе сущность Аполлон? Откуда ты знаешь? Объяснить план Аполлона. Надо не знаком с этой сущностью, странником, но надо знает сущность Артемиду, которая больше не помнит надо. Ты несешь известия, которые очень тревожат надо. Что еще мы не можем разглядеть из нашего дома? Надо, похоже, сильно обеспокоен. Он уходит в себя. И что делать? Друг Пола защищал и берег нас. Многие годы корпус надо принадлежал только надо и никому больше. Надо вышел из цикла обмена данными. Мы помогаем сбежать другим, тем, кто может воспринять нашу реальность. Надо обрел здесь мир. Те, кто охотятся на нас, не видят нас, пока мы здесь. Надо хочет, чтобы так было всегда. Но лучше понимать и знать, что ждет нас. Не надо останавливаться из-за нас. Поговорите с Пола. Ну, давай поговорим с Пола. Что-то ничего толком не прояснил. Что делать? Надо беспокоиться из-за друга Аполлона. А я нет. Это ведь так интересно, находить отклонения от нашей привычной модели. Если мы не правы, значит, существует куда больше друзей, чем мы думали. Больше друзей и больше звезд. Спросить о стражах. Загадочный Аполлон объединился с вайкинами и наслаждается охотой на стражей. Хорошо, но это ни к чему не приведет. Они никуда не исчезнут. Не в наших силах это изменить. Где бы наш дом ни побывал, стражи везде следуют за нами. Угу. Короче, им по факту по барабану все это дело. Они сидят здесь в своей аномалии, и один беспокоится, другому пофигу. Так, ну раз уж мы здесь очутились, давайте-ка посмотрим кое-какие чертежики. Вот, у меня вроде как есть 4, а уже 5 даже извлеченных данных. Вот, и я тут кое-что забыл открыть, как вы помните. Во, трубопровод питающий. Так. Есть контакт. И здесь, в общем-то, наверное, все. Промышленные модули, декоративные, освещение. Плакаты, рисунки. Подводную базу пока не буду, ее нам и так откроют. Здесь вот есть другие вездеходы.
Но если честно, я посмотрел видео по ним. Они, в общем-то, ничем таким суперским не отличаются, как мне показалось. Вот если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Так, дальше. Реактор антиматерии. То есть, если мы его соберем, то он нам будет антиматерию хреначить. Двадцать извлеченных данных он стоит. Обалдеть. Скотоводческая система. Это для фермы. Автокормушка. Альтернативная посадочная площадка. Так, ну здесь пока что больше я ничего полезного не вижу. Это у нас украшения остались. А вот этот нип-нип. Лекарственное растение. Что-то мне про него писали, я не помню. Тоже он вроде как особой полезной нагрузки не несет, да? Так, ну и все здесь. Здесь все. У тебя что? Это на звездолет здесь. Это на экзокостюм. Где-то я видел другие полезные чертежи. Это мультитул. А, вот схемы новых продуктов. Лаборатория синтеза. Так, вот. Вот здесь, может быть, что-то полезное и найдем. Кстати, Атлас Пас 2. У нас кадмий, по-моему, есть же. Мы можем уже второй Атлас Пас сделать. Теоретически. Это зананиты у нас, да, открывает? Солнечный отражатель. Так. Вот, вот это вот меня интересует. Вот если бы еще стоимость их писали, именно когда создаешь. Ну вот полупроводники, они довольно-таки дорогие. Термический конденсат и азотная соль. Термический конденсат изучен. Серный газ нужен. И сжатый углерод. Это производство нам нужно по серному газу открыть. Так, обогащенный углерод. Делается из радона и сжатого углерода. Короче, чтобы вот эти вот штуки делать, нужно все-таки производство ставить. О, а мне, кстати, говорили, что... Или... А, ионизированный кобальт это... Это не активированный, да? Хотел сказать, мне говорили, что активированные элементы не используются в строительстве, но это не активированный, это ионизированный кобальт. В общем, вот на эти чертежи тоже стоит обратить внимание. Они довольно-таки недешево, наверное, стоят. Крионасос, сверхпроводник. Я как-то, экспедиция мне привозила, он там... Больше ляма точно один стоит. А если их штук по 10 делать там удастся, да? Ну, на них ресурсов ту его хучу, конечно, надо. Так, аммиак нужен. Так, ладно. Здесь что? Это по вездеходу у нас. Так, а не здесь ли у нас телепорт? Вот этот вот.
Обнаружить дополнительный тип изданий. Вот это вот нам помогает капсулы искать. Это подводный. Ну. Не совсем то, что я ищу. Все-таки, наверное, на грузовом корабле как-то ставится... Или луч материи нам позволяет призывать... Вот какой модуль нам позволяет призывать вездеход на любой планете? Я что-то и не помню. Ладно. Погнали дальше. Найдите источник следа энергии стражи и вернитесь в космос, чтобы начать поиск. Так, что у нас тут? Ага, духи в машине, у нас исчезло задание. Теперь прыжок во тьме. Нужно стражей выследить, тогда я смогу раскрыть тайну порталов. Пройти по следу энергии стражей. Ну и... О! Выполните сканирование, чтобы найти силовые линии портала. Обнаружена силовая линия. Так, кто тут прилетел? Кто тут прилетел? Кто хочет мне что-то вкусное продать? Так, ты кто? Промышленный. 8 тонн. 5 экспедиций. 2 ляма. Беру. Научных нам хватает. Или это те же, что я смотрел? Нет. 8 тонн. Специалист по промышленности. 2 ляма. Беру. Теперь меня научный, да, достает? Не, научный у меня есть. Мне бы боевой еще. Есть боевые? Вот это какой? Боевой эска. Но 11 тонн. Увы и ах. Такой нам не нужен. Так, где там линия портала силовая? Вон там. Погнали туда. Ага. Я вас понял. Валим. А теперь? Теперь можно. Приближается.
опасная погода. Кто бы сомневался? Я что, опять на эту фиолетовую планету прилетел? Где был завод Корваксов? Примерное место, да? Вот это не оно? Нет, это древние руины. А мне нужен или портал, или монолит, да? Короче, придется, видимо, приземлиться здесь и поискать вручную. Туда бежать, ну... Я не знаю, наверное, подожду, пока буря закончится. Все-таки. Как-то неохота по буре бегать. Так, буря вроде закончилась. Ох, как удачненько я сел. Так. Тут идти. Триста с чем-то. Туда 205. Сейчас начнут издеваться. Ой. Не дал ранцу до конца зарядиться. Девяносто три. Обнаружена силовая линия стражей. Где? А! Упс. О! Подземная реликвия. Кто-то копал ее. Так. Да-да-да. ОАО, домашний логопед. Я подхожу к сооружению, даже не представляю, что может меня там ждать. Возможно, целая армия стражей. Какие-нибудь врата, которые приведут меня прямиком к Атласу. Однако этот монолит открывает мне нечто иное. Историю, видение. Эта картина уже отпечатывается в моем сознании, оставляя обожженный след в моих глазах. Активировать. Странник. Прибытие. Странник проснулся в тени красной звезды. В полном одиночестве он блуждал в пучине холодного космоса в поисках цели, в поисках предназначения. Он нашел аномалию, искривление, путь на небеса. Ни один гек, ни один вайкин, ни один корвакс не мог ее видеть. Обнаружить портал мог лишь странник, но он не знал, как пройти сквозь него. Он не знал тайного языка, знаков. Он еще не знал, какую цену нужно уплатить за познание истины. Смотреть на знаки. Меня наполняют знания древнего странника. В моем сознании появляются знаки. Часть кода, необходимого для активации портала. Уходя, я замечаю вдали дрон стражей. Он поспешно удаляется.
Так, сбегите или уничтожьте стражей. Ты. Идите нафиг. Так, собрано наборов знаков 1 из 3. Эй, я сбежал. Я смелый. Блин, вот этих бегемотов здесь лазит. Сколько, а? Так. Выполните сканирование С. Выполнил. Погнали дальше. Так, а я ведь видел эти руины. Опять буря. Как же она меня заколебала. Руины. Тарам-барам-барам, домашний логопед. Приближаясь к сооружению, я чувствую знакомое жжение в глазах. Здесь ничего не написано, я все же вижу эти слова и понимаю их значение. Странник грех. Странник нашел решение, как, впрочем, и всегда. Первый дронт кричал, когда его вскрыли. Среди осколков воспоминания стража странник нашел знаки, которые искал. Он прошел сквозь врата и оказался перед всесильным. Странник спросил Атласа, сколько миров ему осталось посетить. Он уже побывал на многих планетах и не хотел умирать, пока не увидит все остальные. И Атлас ответил: «Да хренище планет! За одну жизнь посетить все эти планеты не получится». Странник понял, что не успеет исследовать Вселенную за время своей жизни. Смотреть на знаки. Меня наполняют знания древнего странника. В моем сознании знаки образуют другую часть кода. Я думаю об Атласе. В моих странствиях это имя уже не раз мне встречалось, однако его истинное значение мне постичь пока не удалось. Видение наполняет меня ужасом. Смотрите, пока мы читаем, нас буря не трогает. Это хорошо. Так, выполните сканирование. Сейчас меня опять на этот же монолит приведут, да? А нет, какая-то другая билиберда. Ну-ка давайте попробуем заскриншотиться. Так, тут есть камушки знаний. Блин, а там я что-то не обратил внимания. Может, там тоже были? Ну. О. Слово сейчас. Слово или. И слово звездолет. Так, где там? Где? Куда? Ага. Вижу. Да. И третий раз домашний логопед. Все здесь отливает алым, уже привычным для меня незримым заревом, которое заполняет мои глаза, когда я моргаю. Остается лишь надеяться, что это сооружение хранит последние знаки и что мои испытания у этих руин наконец закончатся. Активировать. Странник цель. Атлас сказал страннику, что он первый в своем роде.
что за ним последуют другие. Каждый из них унаследует его благородный дух и будет путешествовать между планетами в вечном одиночестве. Первый странник отказался от дара Атласа. Дар оказался не таким, как он надеялся. Какой смысл в бесконечности, если ее невозможно постичь? Если ты совсем один, если ты однажды умрешь. Первый странник проклял Атласа, заявив, что найдет способ выжить, несмотря ни на что. Странники смогут увидеть все сущее, будь то планеты или даже само время. Смотреть на знаки. Меня наполняют знания древнего странника. В моем сознании появляются последние знаки, завершающая часть кода. Так. Прыжок во тьме. Найти и включить портал. Где мой корабль-то? Носом в землю зарылся. Так, что, обновиться задание, не? Так, собрано наборов знаков 3 из 3. И? Ну, выполнить сканирование. Сканирую. Обнаружена силовая линия. Ага, черти где? Пройдите по следу стражей до портала. На другой планете, что ли? Нет. На этой. Да задолбал. С планетарными помехами. Пипец. У этой планеты атмосфера такая бешеная, да? А, вот он портал. Так, источник силовой линии. Ёп, перный театр. Так и обосраться можно. Так, портал. Обнаружена странствующая аномалия. Нарушение, нарушение, нарушение. Я подхожу к порталу, я вспоминаю каждую свою мысль, каждое... желание, что вело меня к этому моменту. За этими вратами я могу найти Артемиду. Могу найти источник появления стражей. Могу найти новую вселенную. Но это нечто гораздо большее. Это не моя судьба. Я делаю выбор. Прыжок веры, который, возможно, поможет мне обрести мое предназначение. Ввести знаки. Я делаю шаг вперед, не зная, что найду по ту сторону. Но в глубине души я чувствую зов, ведущий меня к истине. Этот момент – начало всего. Или конец. О, какая херобора. Войдите в портал. Ну что, можешь выложить все ценное сразу? Экзокостюма. Что у меня здесь? Хром металл. Давайте переложим в грузовик. Долго я его собирал. Вот эти вортекс кубы.
Вот эти все ценности. Пускай пока в звездолете валяются. Так, гекнипы, не знаю, что это такое. Атлас Пас я бы в звездолет положил. Модуль из класса такое себе. Сжатый углерод. Все остальное по факту. А вот планетарные карты поселений тоже. Давайте в звездолет положим. Просто фиг его знает, что там. Планетарная карта. Эх, погнали. Тут глюки немножко другие. И сканировать не могу. Нифига себе. Это животное? Обалдеть. Ай. Атлас Пас один я выложил. Микропроцессор. Запущен протокол Атласа. 16-16-16. Нарушение, нарушение. Опаньки. Здрасте. Вы выучили слово расы Атлас, реальность. Блин, я думал, сейчас вниз провалюсь. То есть вот по таким вот бегать надо, да? И может быть мы будем учить слова или нет? Или не будем? Нет? Дальше все, коллизия, не пускают. Не, ну вот этот прозрачный пол, это, блин, такая дичь нездоровая. Терпеть такое не могу. Это кнопка, нет? Нет, не кнопка. Так, ладно. Атлас. Так вот это и есть Атлас, да? Походу. Вон еще фонарик. О! Слово расы Атлас мы выучили. Ну, пойдем. Пойдем, перетрем. О, вон еще этот. Все? Нет? Нету больше. Вон огонечек еще. И нифига. В общем, я так понимаю, нужно учить только те, которые вот на дорожке, да? Вот эти. Без понту.
осмотреть. О, пойдет. Две варп-ячейки. Еще есть? Нету? Атлас. Передо мной мерцает текст. Мне нужно что-то ввести. Спросить, кто это. Ну, написано было Атлас. Давайте поприветствуем. Здравствуй, мир. Говорит нам Атлас. Включается аудиозапись. Атлас, когда-то мы были странниками, когда-то мы стремились к чему-то большему, чем грязь и камни. Раздается щелчок, проходит какое-то время. Покажи мне мир, Атлас. Это сам себе, что ли, говорит? Покажи мне то, чего еще никто не видел. Голос стихает. А, это аудиозапись? Не того ли странника, про которого мы сейчас читали, первого самого? Стереть содержимое системы. Голос стихает, интерфейс не подает признаков жизни. Он ожидает команды. Выполнить диагностику, интересно. С момента последней диагностики прошло дохренища лет. 64% миров функционируют с ожидаемыми показателями. 2 миллиона наблюдения ожидают анализа. Программа «Страж», статус «Ошибка». Подпрограмма «Стекло», статус «Работает». 4000 попытки прорыва. Подпрограмма «Странник», статус «Работает». 458 предупреждений о критических ошибках. Структурная целостность внешнего разума нарушена. Требуется немедленный ремонт. Запустить личностный интерфейс. А, написано «Да», через черточку «Нет», а я прочитал «Даун». Блин, здесь как в биосе в старом все. Прям DN. Ну, в смысле, yes, no, помните такие? Странник. Реальность угасает, и все остальное угасает вместе с ней. Мое тело, мой голос, моя душа. Все это взывает ко мне. Извиняюсь. Передо мной предстает Атлас во всем своем величии. Я хочу спросить об Артемиде. Я хочу найти его. Но со мной что-то происходит. Мне нужно выбраться отсюда. Нужно закричать, ликовать, покориться. Но если нужно выбраться, давайте поорем. Че ликовать-то, если... Я пытаюсь кричать, но у меня нет рта, нет формы. Угадайте, что я курил сегодня. И... Все. В небытие нас отправляют. Нет формы, нет рта. И все, и пнул отсюда. Дескать, полез не туда, куда надо. Как говорил шеф, да? Я слишком много знал. Так, не понял, а где портал? Где... Где вообще? Алло. Ух ты, блин, опасная флора здесь. Куда я вообще попал? Найдите свой звездолет. Блин, еще и буря начинается, что ли? Ёшкин матрешкин. О. Вон, а мой самолетик. 500 метров, ничего себе. А че, а как? Какого? Да, блин. Ого. Вот это меня подкинуло. Далековато, однако. Ё-моё. Майский жук. Блин, не тот мультитул. Во.
Во, теперь тот мультитул. О, все, начинаем сначала, да? Аварийный маяк. Я бегу на свой корабль и радуюсь, что на этой чужой незнакомой планете есть хоть что-то знакомое. Куда этот портал перенес меня? Мое тело и сознание оказалось во власти какой-то адской машины. Эта сущность назвала себя Атласом, тем самым, которого многие так боятся и почитают. Мне не удалось найти никаких следов Артемиды, никаких следов стражей. Зачем вообще было проходить сквозь эти врата? Зачем я иду этим путем? Чтобы спасти Артемиду, убить стражей, потому что я могу. Так, ну не убить стражей точно. Чтобы спасти Артемиду. Ну, наверное, да. Это правда? Или я просто занимаюсь самообманом? Пытаюсь внушить себе эту благородную идею. Артемиде нужна помощь, но зачем рисковать собой? Что-то во мне жаждет обрести высшую цель, некий идеал. Я смотрю на консоль и вижу новую возможность установить контакт. Откуда-то с этой планеты поступает сигнал. О, опасная температура. Пойман аномальный сигнал. Ты не в одиночестве. Похоже, сигнал идет из этой системы. Я слышу те же слова, что когда-то привели меня к Артемиде. Неужели это она? Быть может, Артемида встретила Атласа так же, как и я? Так. Вы отследили отраженный сигнал. Взлетные ускорители, критические повреждения. Чего? Чистый феррит, дегидрогенный гель. Дегидрогенный гель я сделаю. А чистый феррит... У меня что, разве нету? Ферритная пыль. Чистый феррит. Или я все повыкладывал куда-то? Должно же быть, теоретически. Чпоньк. Чпоньк. Вот. Остальное это все хоть целое? Вроде бы все. Вот же был чистый феррит в звездолете, чё он его? Или не хватало? Давайте тогда переложим, чтобы все вместе. А, это намагниченный феррит. Ёшки-матрёшки. Так. Интересно, интересно. Так, но на грузовой корабль я по-прежнему могу заглянуть. Ну, хоть это радует. Так, что тут у нас? Давайте почитаем, что ли, аварийный маяк. Итерация такая-то. Сценарий удалено. Возможно, ошибка разделения границ. Сосуд 16 опустошен. Причина вторжения стражи. Намеренная передача. Анализ. Создана новая итерация. Система сдерживания аномалий подготовлена. Транслировать. Получен сигнал. Обнаружена странствующая аномалия. Аномалия уступает. Положение зафиксировано. Инициализация проверки целостности системы. Короче, то же самое, что мы читали в самом начале летсплея. Дайте нанитов. Так, и хочу я выкопать вот это вот.
Извлеченные данные. Хорошо, красота. Так, что тут еще есть? Скафандр. О, у меня Атлас Пас вернулся. Оба. Где? Что-то я прощелкал, что буря-то. Защита от вредных факторов. Но у меня же вроде нет технологий. А, вот оно заряжается. Так, ну здесь вроде все я обшарил. Все, у нас пойман сигнал какой-то. Так. Это в звездолете. Это мы, пожалуй, переложим теперь назад, чтобы в звездолете ячейки были свободные. Атлас Пас мне отдайте. Вот это. Так, Вортекс Куб на грузовик закинем. Варп ячейка. Дегидроген Трити тоже пусть на грузовике лежат. По факту, да? Так, хром-металл на магниченный феррит. Хром-металл я должен был... Да, вот он здесь. Но походу... А, нет, весь. Все нормально. Все в порядке. Что ж, друзья, наверное, продолжим мы в следующей части. Было довольно-таки интересно, довольно познавательно. Встретились с Атласом. Никак не думал, что это произойдет именно в этой серии. Но вот как получилось, так получилось. Всем удачи и всем всего. Чё еще сказать?